Вестник Северодвинска о спорте. Продолжается борьба в чемпионате области по волейболу среди мужских команд. В минувшие выходные в спортзале «Строитель» хозяева паркета сыграли с принципиальным соперником из столицы Поморья дружиной «Динамо». Говорите, у вас есть велосипед? А не пора ли купить новый? Спорттовары. Грандиозное поступление велосипедов от экономичных до класса люкс. На любой вкус, возраст и кошелек. Встречаемся в магазине «Спорттовары». Приходи, выбирай и уезжай на новом велосипеде. Спорттовары. Ломоносова, 78. Подари семье здоровье. Каждый год к матчам между командами «Строитель» и «Динамо» у любителей волейбола повышенный интерес. Принципиальные соперники постоянно находятся в лидерах чемпионата области, и их противостояние – это всегда спортивный спектакль. Не стал исключением и этот матч. Первую партию в упорной борьбе выиграли хозяева площадки. Следующий сет с большим преимуществом остался за волейболистами «Динамо». Третья партия с такой же легкостью досталась спортсменам из столицы Поморья. Казалось, для «Строителя» матч закончен. Но подопечные Владимира Павлова нашли в себе внутренние ресурсы и сумели сравнять счеты и перевести игру на тайбрейк. В заключительном сете наши волейболисты не дали сопернику ни единого шанса. Итог матча 3-2, волевая победа «Строителя». Две партии взяли, вторую, третью, потом думали, что так же возьмем, но ребята, «Строители» опытные, конечно, собрались. Пару человек не было, но это не отразилось на игре никак. Не за счет игроков проиграли, за счет настроя. Впереди еще есть игры, еще поборетесь? Конечно, конечно. У нас «Строитель» сейчас примерно ровно по очкам, поэтому боремся, не все потеряно. Сегодня вот у нас состав, ну, с миру по нитке собирали, человек пришел с температурой, замены вообще нету. Основной нападающий не пришел, там тоже какие-то причины были. Поэтому, ну, решили просто сыграть сплоченной командой в удовольствие, и вот что-то получилось. Тем более, когда отступать уже было некуда, решили, ну, побьемся вот для себя. Получилось. В чемпионате области команде «Строитель» осталось сыграть две выездные встречи. 11 мая в Коряжме с местным «Химиком» и 18-го наша дружина проведет ответный матч с архангельским «Динамо». Константин Мухин, Денис Богданов, Вестник Северодвинска.